Пятый день в горах и опять снегопад. Зебра такая. День солнышка, день снега. День солнышка, день снега. В принципе, мы не в претензии. Вчера был такой блестящий день, что сегодня можно и погулять. Ну, гулять мы будем не горизонтально, а вертикально. Сейчас проверим новый подъемник. Кабинки новые открыли в этом году. Глянем, что за кабинки, куда идут, какие там трассы. Увидим, расскажем. Указатель привел нас на подъемник, на метро. Вот он, Ресеса. Вот мы опять попадаем в знакомый нам метро. Вообще здесь должна быть луковичка, но почему-то яблочко. Ну, луковичка Чиполлино. А может, у них тоже герой какой-нибудь есть. Яблонина, например. Не знаю. В общем, мы опять движемся сейчас на метро на таком. Ну, это на травелаторе наклонном. И там найдем себе вот эту кабину, на которой мы хотим в этот раз попробовать прокатиться. Ну, а кто-то ходит и пешочком. Здоровье прежде всего. Вот то место, которое мы сегодня искали. Это маятниковый подъемник, так называемый. Вот его схема. Это, видимо, символ его. А вот сама кабина как выглядит. И вот на ней мы сегодня поедем туда вот на горы. Там есть трасса для саней и горнолыжные спуски. Сходим, посмотрим. Вот мы внутри станции находимся. Вот здесь можно взять сани на прокат. Желающие прокатиться. Наш вагон чешет, да, сюда? Вот, сейчас придет наш вагон. А вот схема катания. Вот сани. А вот схема катания. Поднимаемся на вагоне и вниз съезжаем на санях. Есть промежуточная станция. Ну и так далее. А, еще подъемчики какие-то есть. В общем, вот такое вот местное еще одно развлечение для господ отдыхающих. Вот наши вагончики. Они на станции на разъезде сейчас стоят. Друг рядом с другом. Видимо, возможно, пересаживают пассажиров. Может, еще что-то делают. Вход через такой же валидатор, как и горнолыжный. И, я так понимаю, у нас тут работают наши чеки, с которым мы катаемся. Вот она седая история. Человек в галстуке, в пиджаке и в ботинках поднимается, чтобы обозревать окрестности. И вот так вот выглядят и прекрасные окрестности. Наши деды и отцы наслаждались вот такими горными лыжами. Были тут знаменитые горнолыжники. Знакомые какие-то лица, не пойму кто. И вот так вот. О! Пришел наш поезд, нам пора идти грузить. Очень удобно, когда все в единой схеме. Стежески пасы работают и в данном случае вот на этом подъемнике. Ну, судя по всему, двери закрылись. То есть мы скоро поедем. О, паровозик отправляется. Просьба всех занять свои места согласно купленным билетам. Вау! Как несется! Ах, тройка, птица тройка, куда ж ты скачешь, куда ж ты едешь? Вот, вот этот новый трасс они проложили где-то год назад, как наши друзья говорят, потому что мы тут не были в этом регионе, они бывали. Вот, это такая-то она классная, удобная. Для тех, кто не катается на лыжах, можно покататься на санках. Ну, кто не приемлет горнолыжный вариант проведения досуга, того можно сюда пригласить покатиться на санках. Тут же проходит дорога, по ней можно тоже, в принципе, спуститься ногами спортивно. То есть, опять же, все для господ отдыхающих. Вагон снабжен прозрачной крышей. Можно любоваться окрестностями, не сходя с табурета, что называется. Вот, и раз у нас маятниковый состав, значит, где-то должна быть площадь разъезда, вот, наверное, за тем перегибом. Мы встретим второй верхний вагон, который пойдет в это время вниз. Сейчас мы подъезжаем к разъезду, вот он. И здесь сейчас подойдет вагон сверху, должен подойти. И будет кратковременная остановка, потому что это промежуточная станция для тех, кто катается на санках. Здесь можно выйти и проехать полтрассы. А вон встречный вагончик въезжает уже на территорию остановочного пункта. И вот те, кто катается на санках, могут пересесть и поехать вверх. Вот наша промежуточная остановка. Вот вагон, который сейчас идет вниз.
зашли люди к нам подняться вверх. Они до этого места доехали на санках. И сейчас поедут дальше. Вот этот мужчина положил к нам вот такой чемоданчик и сказал: окей. А по правилам, которые нам пишут во всех автобусах, мы должны сейчас подойти к водителю автобуса и сказать, что о забытых вещах в вагоне. Но водителя автобуса нет, и говорить об этом некому. Поэтому мы спокойно продолжаем. А вот это настоящее экстремальное испытание. Мост, крутой мост для людей с железными нервами. Тут даже замедляется ход состава. Спасибо. А внизу красиво, да-да-да. Склоны. Вот мы вчера вот там катались. Вот в том ущелье. Приблизительно. Или нет, обманываю я. А, да-да, точно, мы там немножко вчера тоже покатались. Спускались вниз. Позавчера. А сегодня туманник, и мы решили просто погулять по окрестностям. Система управления. Ну и тачскрин, и мы имеем дело, конечно, с итальянцами, поэтому, естественно, веселая музыка. Типа уно-уно, уно-моменто. Ну и тафончик, по-моему. Ну и, наконец-то, окончание нашего движения, конечный пункт этой линии. Но не конец наших путешествий по горам. Все еще только начинается. И мы прибываем в сказочное место. Конечная остановка, и мы видим ресторан к услугам господ отдыхающих. Сейчас зайдем туда, проверим, как тут готовят что-нибудь вкусненькое. У нас же еще и кулинарное путешествие по странам и континентам. И, конечно же, национальная кухня. Да, жестковато. Так, угу. И выход вот сюда. Так, мы в сторону ресторана, а катающийся на санках в сторону трассы. Судя по всему, такая трасса. Да, ограничение по высоте, от радости подпрыгивает очень сильно, сюда нельзя. Поэтому сейчас видим, как героические саночники выходят на маршрут и стартуют здесь. Некоторые уже стартуют, сидя в ресторане. А, они вот туда едут, все понятно. Крепкие ботинки обязательно. Да, но ботиночки здесь нужны с крепкими кованными подошвами. Ух, эх, детство золотое. Он объясняется, как управлять санками. Поехали. Ух. Не сбойся, это не страшно. Вы знаете, честно говоря, даже самому захотелось, а? На саночках с горы, как в детстве. Это ж силище. Но это, наверное, следующий год уже. У нас не так уж много времени тут остается. На следующий год вот так же такой снежный денек возьмем в аренду здесь саночки и обязательно прокатимся. Итак, чем нас сегодня угощают? Гемюзе зупе, ну, овощной суп. Я в этот раз решил проверить различные овощные супы в разных приютах данного региона. У всех есть своя авторская изюминка. Ну, понятно, светлое венцо и шницель, винершницель. Мои друзья решили отдать должное винершницелю и очень довольны этим событием. Имею в виду винершницелем. Винершницель, напомните, свинина, которая разрезана плоско и отбита. И обжаривается вот в сухариках. Если вот взять ножичек, то здесь вот такой сухарик. А под ним нежная свининка. Обязательно надо сбрызнуть луком. Что ж, мы неплохо перекусили. О, кстати, Луис Тренкер. Это тут кинозвезда знаменитый местный. Мы его в музее видели про него. Что-то. Вот. И отправляемся в обратный путь. Нам сейчас опять на наш этот на бан. И на этом самом бане мы поедем назад. Назад. Мелкий снежок, видимость не очень. А долина-то вообще в пуху, можно сказать. Но мы в хорошем настроении. А, вот есть правила. Кстати, как ездить на санках. А, значит, наши у тебя ботинки были такие с рифлением. Перчатки, касочка. Сидеть надо вот так. А, ну, понятно, короче, рулить ногами, думать головой. Желательно. В остальном, помимо катания на санях, здесь еще можно и погулять по окрестным горам. Вот начинается маршрут. И по нему можно пройти, осмотреть природу. Ну и понятно, после путешествия опять-таки прийти
вот сюда закусить. Ага, идет вагон. И мы сейчас пойдем на него садиться. Тут маленький паровозик есть и отправление. Наверное, шнурочком так дергают. Динь-динь-динь-динь-динь. Доппельмайер, опять же, знакомый нам. Схема катания и схема района. Если хочешь сесть на вагон, надо идти сюда. И заходить в помещение, где будет посадка осуществляться. Машина, колесо. Да, несмотря на то, что это тяни-толкай, привода надо будет здоровить. Наш вагончик. И нас пускает наш скипас. И мы выходим на посадку. Наша экскурсия наверх закончена. Вот путь, который нам сейчас предстоит в обратную сторону преодолеть. Ну а здесь продолжаются санные забавы. Вот мы и поехали вниз. Все, ощущение такое самое клевое. Не хуже, чем на саночках с горы. Да, железная дорога есть, железная дорога даже постукивает. Приближаемся к мосту опять. Замедляется ход. Здесь садочники садятся на подъемник. Видимо, ниже трассы уже не идет. Это уже станция, здесь лифт, наверное. И либо опять наверх еще раз прокатиться, либо все, мы вернулись назад. А вот похоже, здесь раньше была вот эта канатная дорога. И в домике, где мы обедали, как раз приходила вот эта канаточка. Так что товарищ едет в тот же домик кушать, где и мы. Тут снежок и автобусы в цепях. Потому как падает снежок и продолжает падать. И наполнять сердце горнолыжника надеждой, что катание будет продолжаться. Ну, а мы пошли гулять дальше. На автобус, который вернет нас домой. Тут мы здесь забыть о птичках. Для любителей бар, кокосовое гнездо и просто домик. И вон еще один домик. О братьях наших меньших думаем. Интересное место здесь. Домик художника. И вот такая аллея скульптур из снега сделанная. Но, к сожалению, вот заснежено очень сильно. И кто здесь кто, разобрать практически невозможно. Но место интересное. А можно подойти прочитать, что это дом. В таком снежном краю не поделать скульптурки. Так, это понятно, кто-то пляшет. А, это, по-моему, уточки пляшут. Уточки пляшут. Здесь еще какие-то сказочные герои. Тоже похоже на уток что-то. Да, тоже утки. Макдаги какие-то. А, ну это все дело тут в утках. Понятно. Тут это все утки, судя по всему, которые радуются зиме. Снежок скатывают, еще там чего-то. Почему? А, нет, не утки. Это Микки Маус. И его эта собака его знаменитая, любимая. Ну и так далее, видимо, сказочные герои. Ну, как я сказал, по причине заснеженности. Вот здесь вот этот художник живет, вот это делает. По причине заснеженности, в общем-то, сложно понять, кто есть кто. А, вот здесь расшифровка. Так, это я был прав. Это уточки, да. Уточки, макдаги. Так, а здесь кто у нас? Сейчас посмотрим. Ага, тоже уточки пляшут, да, две уточки. Это, наверное, пластилиновый макет, а это натуральную снежную величину. В общем, в этом году со снегом в Доломитовых Альпах все в порядке. Могут отдельно хочется сказать про живопись на домах, вот такие гномики всякие. А там надписи, что это институт, Ладинский институт. Мы же на территории Ладини находимся. Вот что-то символизирует героическое, какие-нибудь там местные жители, выращивающиеся сыр.
и транспортир какой-то им еще для чего-то нужный. В общем, дома оформляются достаточно изысканно и художественно. И над окнами вот такие интересные вензели. Тут местная школа, и тут мальчик с девочкой набросили что-то на земной шар. И то ли за это тянут, то ли еще чего-то, то ли щекочут земной шар, непонятно. А с ними рядом мудрая змея, жало, которую высунула почему-то. Но это, наверное, символ мудрости, символ знаний, символ странствий и символ перевернутой рюмки, что ли, какая-то, непонятно. В общем, короче, будем считать, что это герб Доломитовых, что это глобус Доломитовых Альп.